Можно пытаться. Но мы сказали, помните, результат это две как бы прямые. Утолщение кожи, индукция коллагена и эффект от медицинских препаратов, которые мы вводим. Потому что здесь есть стабилизатор пигмента, отдельный мезораствор, репаративный, который идет очень хорошо на утолщение кожи, анти-эйдж. То есть вы можете просто разные проблемы решать более так вот. Если нам нужно быстро, вот я улетаю через 2 недели, мне надо выглядеть вот так, а вот так на фотографии, это как 15 лет назад, да? Но таких же тоже есть пациенты. Нам нужно быстро помощь оказать. Мы делаем нидлинг, затем мы делаем через неделю гиалуронку нестабилизированную, потом мы делаем нидлинг, и потом мы делаем гиалуронку. То есть в шахматном порядке. Ну, через и неделю получается. Ну, и два... Четыре недели, месяц получается у нас, да. Ну, это если в идеале. Ну, всякие бывают. Ну, то есть ничего же страшного. Что можно добавить к этому? Ничего. Чтобы быстрее заросло-то. Может, не зрасти? Вы знаете, у него подружки бедные, у него или на нервной почве, или что, я не знаю. Вот. Причина не, пока не будет устранена. Причина? Причина стресса. Вам понятен принцип раскатки? Третий пошел. Ага. Сейчас еще разочек и мезораствор нанесу. Стоимость из чего складывается? Вот есть мезороллер. Мы сказали, он оплачивается отдельно. У нас там в табличке, вот мне не очень нравится, не совсем корректно, там поделен мезороллер на 5 процедур. А если она сделает 10 и будет делать год, меняется картина. Поэтому я делаю, вот оплачивается отдельно мезороллер, а дальше есть стоимость услуги. Ну, я посчитала, вот если вам первая процедура, стоимость вместе с роллером 3,590 получает, ну 3,600, грубо говоря. Остальные процедуры уже идут без стоимости роллера 1,400. Раствор, стоимость материалов 1,400. Да, без роллера. Без роллера. Да. Стоимость вашей работы должна быть минимум.